нами визнання української автофікації Італії. Зеленським патріархом української автофікації Італії. Хочу подякувати всім українцям, які з самого початку боролися за цю автофікацію ще тоді, коли навіть сама ідея видавалася приманкою. Боролися за цю автофікацію ще тоді, коли навіть сама ідея видавалася приманкою. Дорогі українці, дорогие украинцы, после победы на выборах мой шестилетний сын сказал: «Пап, я по телевизору видел, говорят, что Зеленский президент. Получается, что я тоже президент». И тогда это прозвучало как шутка детская. Но через некоторое время я понял, что на самом деле это истина. Потому что каждый из нас президент. Не 73%, которые голосовали за меня, а все 100% украинцев. Это не моя, это наша общая победа. И это наш общий шанс. Мы вместе несем общую ответственность за этот шанс. И вот только что не только я принимал присягу, каждый из нас положил руку на Конституцию, и каждый из нас присягнул верность Украине. Представьте себе яркие, крупные объявления. Президент не платит налог, заголовки. Президент проехал на красный свет. Президент потихонечку ворует. Вы согласны, что это позор? Вот почему, вот что я имею в виду, когда я говорю, что каждый из нас президент.